Сегодня же свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольных учреждений. Главная награда для воспитателей – когда дети здоровы и делают успехи. Воспитанник Чебоксарского детского сада номер 156 победил во всероссийском конкурсе «Уши, ноги и хвосты». Макар Егоров вместе с мамой вылепил сюжет из любимого мультфильма и стал абсолютным чемпионом пластилинового конкурса. С маленьким победителем встретились мои коллеги. Я сделал глазки, носик и губки. И на роду. Я делаю 3 богатыря. Там злодеи были, они бились там. А злодеи были плохие. А у Алёши Поповича братья есть, они тоже спасают. Тоже. Тугарин змей тоже спасает. А злодеи не спасают, злодеи бьют. Творческая работа мальчика Алёши Поповича «Тугарин-змей» признана лучшей среди 16 тысяч композиций. Организатор конкурса – Санкт-Петербургский центр дополнительного образования. Маме Макара о нем рассказали в садике. А так как мальчик с года уже любит лепить, сделать мультяшных героев из пластилина было просто в удовольствие. Понадобилось 4 пачки материала и 1 день работы. А Макару нравится этот мультик. Он на тот момент, он постоянно этот мультик смотрел. Я ему предложила, давай слепим из 3 богатырей. Он говорит, давай. Согласился, и мы решили сюжет из этого мультика взять. В каких-то моментах он говорит, что я богатырь, мамин защитник. Но он хотел быть космонавтом, хотел быть водителем, то есть вот пока так. Художником, как мама. Добрый, очень добрый, заботливый. О маме заботится, о бабушках. Вот, веселый, как обычный ребенок. За победу в конкурсе Макара наградили золотой медалью. За высокий уровень педагогического мастерства получила медаль и Ирина Иванова. Воспитатели отмечают, что мама Макара всегда принимает активное участие в жизни садика и группы. У него всегда интересные мысли, предлагает детям лепить, рисовать интересные сюжеты. Во время занятий тоже сразу видно, что у него даже в семье развиваются эти интересы. Мы очень рады, что он стал победителем всероссийского конкурса. Также желаем ему дальнейших успехов, чтобы нас также радовал. Еще у нас впереди 3 года, с ним мы будем работать. Надеемся, что он пойдет дальше и будет выигрывать такие же медали золотые. Сейчас Макар с мамой участвуют уже в другом всероссийском конкурсе «Теплый сентябрь». На этот раз отправили в Москву рисунок «Осенний лес», написанный акварелью. Ирина хотя и надеется на победу, но все же говорит, ничего не может быть дороже самого процесса творчества вместе с ребенком. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.